хотим вас поздравить. Вы, как уже сказали, что у вас это первые роды. Пусть этот год, вот как начался для вас приятным событием, пусть весь год будут такие приятные события. Я хочу пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья вашим малышкам. Говорю, ну да, вот девочки, все равно у нас матриархат. Ну ничего, есть у нас и мальчики. Поэтому пусть будет смех детский в ваших квартирах, в ваших домах. Пусть радость будет наполнена ваш дом. Но я думаю, что наши доктора сделали все возможное, чтобы вы были в комфортных условиях. Традиция уже на протяжении десятков лет поздравлять первых новорожденных. То, что сегодня вручаются подарки только двум мамочкам, которые родили в первые минуты, это, конечно, этим не ограничивается. Потому что на самом деле в городе существует много направлений, которые, кроме, я акцентирую внимание, кроме поддержки из государственного бюджета, именно оказывается помощь из местного бюджета, различные программы. Я имею в виду государственного, называя это те выплаты, которые получают мамы, которые родили детей в виде субвенций из госбюджета. Сейчас эти субвенции проходят, уже минуя местный бюджет, напрямую на департамент труда и соцполитики, они оформляют вот эту помощь. И в прошлом году, уже говорю, в прошлом, 2020 году, Одесса присоединилась к проекту «Е-малятку». Это во всех роддомах практически на сегодняшний день, но, правда, с ограничениями карантина, работает такая услуга. Из нашего центра админуслуг есть представитель, который находится в роддоме, и мамочке не надо ходить по всем инстанциям, заполнять анкеты, заявления для того, чтобы получить первую выплату. А, кстати, это была очень, в предыдущие годы была очень большая проблема, и у нас было очень много жалоб, потому что не подали во время эти документы, и мамочка вместо того, чтобы через месяц, там, через два, через три получала. То есть эту проблему мы решили. Кроме того, продолжается и в этом году реализация проекта «Пакунок малюка», которую получают все мамочки, которые родили. Если не успевают в органах здравоохранения, то тогда через наш департамент труда и соцполитики. Это то, что на уровне госбюджета. Но у нас есть местные программы. В первую очередь это программы поддержки многодетных мам. Это в прошлом году за инициатива наших депутатов мы начали реализовать такой проект. Если многодетная мама, то мы давали такой пакет новорожденного. Хотя сегодня у нас все наши учреждения медицинские, в том числе и 7-й роддом, все роддома, в прошлом году заключили договора с нашей Национальной службой здоровья Украины. В этом году эти договора сейчас пролонгируются. За счет этих средств идет полное обеспечение, в том числе заработная плата, в том числе медикаменты закупаются, препараты. В прошлом году на всю отрасль здравоохранения из местного бюджета именно на приобретение оборудования, понятно, это было связано в первую очередь с ковидом, было выделено и освоено департаментом более 200 миллионов гривен. Это аппараты ИВЛ, и концентраторы, и очень много различного оборудования для нашей ПЦР-лаборатории, которую мы открываем. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы хотим, чтобы и там, где есть возможность за средства Национальной службы Украины, где есть, закупали сами учреждения, но вместе с тем, с местного бюджета мы также будем выделять. И такой очень важный объект, вернее момент, это когда мы не говорим, именно те средства, которые выделяются на систему здравоохранения, они идут как бы по бюджету по другому направлению, это строительство, это ремонты. И то, что мы видим сейчас, конечно, и с помощью самой администрации данного роддома, но основное делали за счет бюджета ремонт и фасада, и внутри данного учреждения. И сегодня таких объектов по здравоохранению очень много. У нас за 2020 год было 2489 родов и родилось 2517 деток. За первый день января 2021 года у нас было 9 родов и родилось 10 детей.
была одна двойня. Из этих 10 детей у нас 6 девочек и 4 мальчика. Первыми родились 2 девочки. Одна родилась в 0 часов 2 минуты, и вторая путем кесарево сечения. И одновременно работала вторая бригада, которая родила вторую девочку в 0 часов 5 минут.